Скажите, а с вами-то можно сфотографироваться? Бесплатно? Так лучше. Пошли. Маску снимаем. Добрый день, уважаемый. Лови не стерлостовый, у нас документы. Документы? Не приемлю. Почему? А на каком основании вы отобрали мою маску? А на какой причине вы от нас скрываете? А на какой причине вы меня преследуете? А потому что вы от нас убегаете. А зачем вы меня преследуете? Ну, гулял вроде. Потому что вы подозрительно одеты. А и вы тоже подозрительно одеты. Чего подозрительно? Вот у вас полосатый, у меня полосатый. Пойдемте с нами пройдем. Пойдем выяснить. Вы не верните. Хорошо. Свободен. Ну, тогда... До выяснения личности мы его можем. Может, вы вернете? Сейчас. Вот не сейчас, а должны сейчас. Должны быть основания. Я уже занял на помощь. Человек находится в маске. Документ. Человек находится в маске. Документ, пожалуйста. Вот, вам вот, вам личность? Нет, вам личность моя нужна. Да. Он у меня вызывает подозрение. Вам нужны документы? Я... А, ну вот. Все, что есть. Еще другого у меня нет. Дело в том, что есть закон основания. Почему он от меня убегает? По-моему, он гулял. Почему он от меня убегает? Все? Объясните. Вы меня в чем-то обвиняете? Вы убегали от сотрудника полиции? Все? Ну, все дело в том, что должны быть закон основания для проверки документов. Что-то делать? Вот там ходят в костюме Микки Мауса. Тоже заберите их, проверьте, а то мало ли. Сейчас созвание, что с ним делать? Не знаю, что с ним делать. Диверсант. То есть это как бы муж. Да. Смешно. Делать он русский, московский, украинский получил. Потом приедет в Москву. Первый оперативный штаб положил. Согласно законодательству запрещено скрывать лицо. Как это? Маску снимите. Документ будет любым. Это первое. Второе, вы сейчас нарушаете 54-й федеральный закон о полиции, который запрещает одиночное пикетирование в движении. Вы можете стоять с данным плакатом на месте, а вы сейчас с ним идете. Еще раз объясню. Читайте, он специально для вас. 54-й федеральный закон. Форма публичного выражения мнения осуществляется без передвижения. Читайте это определение, что такое пике. Наружу на него наденьте. Девушка, давайте вы мне не будете указывать, что я вам советую. Советую. Да. Советую. Конечно. Данный гражданин не сопротивляется. У вас флешмоб или что? Вообще мы связаны. Нарушите, пожалуйста. Мы вас не требуем, а просто просим по-человечески. Федеральный закон изучите, номер 3. Редко спецсредства есть такая статья. Угу. И там четко прописано, угу, когда и в каких случаях я применяю специальные средства. Угу. А наручники к ним относятся. Правильно? Пойдем. Редко попадаются такие люди. Пойдем. Что делать? Маску сними, ставим вопрос. Вы что-то скрываете? Да. Деятельность полиции по федеральному закону полиции должна быть гласной. Гласной, смотрите. Вы не закрываете, ваши действия должны быть... Вы не имеете права какие-то законные действия делать. А, все, простите, мне просто показалось, что вы что-то собираетесь незаконное делать. Спасибо. Человек задержан? Да. Почему вы не доставляете? Сейчас доставим. Машина приедет, обязательно доставим.
Понятно. То есть просто вы его держите в углу? Мы не держим. Он стоит спокойно. Кто его держит? Сам стоит? Я же не держу. Нет, я имею в виду не физически держите. Не физически. Нарушили нормы статьи какой? У кого? У данного гражданина? У данного гражданина. 54-й закон. Федеральный. Федеральный, да. А точнее? А точнее у него пикет, правильно? Нет, перформанс я могу понимать как флешмоб. То есть, ну, вы понимаете, ну, вот, театрализованное представление. Давайте мы разберемся с этим в отделе. Флешмоб это или все-таки пикет. Хорошо. Для этого и доставляется данный гражданин в отдел полиции. Хорошо. Правильно? Ну, в законе о полиции прописано, я его обязан доставить на кратчайший срок, правильно? Вот именно, на кратчайший. На кратчайший приедет машина, я его доставлю, обязательно. Мы 20 минут стоим, пока машины нет. Ну, сейчас приедет. Обязательно. Остался второй звездный час. Прямо вот, да? Тюремный час. Сейчас. Сейчас.